В Северодонецком агентстве развития громады прошла встреча исполняющего обязанности мэра Северодонецка Григория Пригебы с руководителями строительных фирм города. Обсуждался вопрос предоставления заказов на проведение строительных работ. По мнению Григория Пригебы, в городе, где проживает свыше 50 тысяч переселенцев, необходимо вести строительство для обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы не используем те возможности, которые нам сегодня предлагают европейцы, американцы.